Участок ЦКАД в Одинцовском округе введен в эксплуатацию. Теперь в центре внимания создание дорожной инфраструктуры. Сроки этих работ сдвинулись. По словам руководителя проекта ЦКАД-3 и ЦКАД-5, сказалась пандемия. Формируется план мероприятий по завершению работ, по наведению, так сказать, завершению работ по благоустройству. Я думаю, что в течение марта работы должны быть уже завершены в полном объеме. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, объекты дорожной инфраструктуры должны быть завершены в кратчайшие сроки, так как напрямую влияют на безопасность. Дорожникам предстоит обустроить круговую развязку в Супонево, установить шумозащитные экраны от станции Звенигород до поворота на Ильинское шоссе, благоустроить привокзальную площадь и подходы к ней, наладить работу светофоров. Выполнение этих задач глава взял на личный контроль.